Помните сказку о маленьком принце? Это история о звездном мальчике. Он был легок, как луч света, и еще более хрупок, чем казался на первый взгляд. В нашем случае мальчик Никита жил в городе Рени, а все его звали Маленький принц. Но постепенно ему становилось печально находиться на своей планете. Никита, а ты не забыл про свой участок в парке? И тебе привет. Какой еще участок? Почему именно я это должен делать? Ну как? Каждый житель города вносит какой-то вклад. Разве ты не являешься жителем? Как же мне это все надоело. А в это время в голове у маленького принца появляются светлые и темные мысли. А она права. Может, тебе стоит найти город получше? Ах, как я от этого уже устал! Время уходить отсюда. Нет никакой перспективы, никаких возможностей. Дыра дырой. Все. Я решил. Время увидеть что-то новое. Стой, куда же ты? Как же ты можешь бросить все? Ты же вложил сюда столько труда. Но маленький принц Никита все же решил отправиться в путешествие, и первой планетой на его пути оказалась Маголяндия. Эй, люди! У меня в жизни есть одно правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок, а потом привел в порядок свою планету. Ты вообще кто? Ты как сюда попал? Я житель из города под названием Рени. Были бы на моей планете люди, они бы удивились. Кстати, а где они все? Тут вообще творятся какие-то странные вещи. Мусор появляется, а людей не видно. Вот видишь, никто не будет заставлять тебя что-то делать. Можешь мусорить и не быть в ответе за это. Бежать отсюда надо. А в моем городе люди убирали мусор. Увидев, что творится в Маголяндии, маленький принц понимает, что эта планета не создана для него. И он путешествует дальше. И вскоре попадает на планету Портланд. Ребята, что это за город? Ребят, почему вы так себя ведете? Тихо, смотри, какая картина. Разве тебе нужно себя так вести? Ребята, вы должны дружить, общаться, помогать друг другу. У нас не принято дружить. Смотри, все как ты и хотел. Ни с кем не надо общаться. Что за ужас? Никакого общения. Нужно идти дальше. Да, без общения и дружбы я здесь не проживу. Нужно продолжать поиски. Следующая планета, на которой оказался принц, Дунавия. О, давайте я вам помогу. Спасибо большое. А как тебя зовут? Никита. Меня зовут Ксюша. А из какого ты города? Из Рени. Что? Рени? Да это лучший город. Разве? Конечно. Он расположен на берегу прекрасной реки Дунай. Я там родилась и выросла. И горжусь этим. Как? Лично мне понравилась именно эта планета Дунавия. Этот город красив, но пуст. Самого главного глазами не увидишь. Это видит лишь сердце. Да нет, не будь глупцом. Эта планета идеальна. Просто послушай, что говорит тебе сердце. Милый, родной, дорогой город, каждое утро я все больше убеждаюсь, что ты самый замечательный и самый лучший. Иногда мне кажется, что солнце дарит свое тепло только жителям моего города, а остальные пользуются лишь частичками его тепла. Кажется, что даже небо чувствует твое настроение и откликается то весенней грозой, то тоскливым осенним дождем.
но для меня Рени – самая яркая звезда на ночном небе, которая будет освещать мою дорогу всегда. Эй, ты куда? Я домой! Любовь к городу определяется не красотой домов и улиц, а теми чувствами и воспоминаниями, которые ты пережил в нем. Света! Никита! Я люблю свой город! И мы тоже! И мы верим, что, как и в сказке, все будут жить долго и счастливо!